Рябчиков, правильно? А имя? Олег. Олег. Андрей Калайтанов. Калайтанов, правильно? Андрей Калайтанов и... Олег Рябчиков. Олег Рябчиков. Старый, память так себе. Тот ринг-анаунсер, которого мы заслуживаем. Заседание, учное заседание секты свидетелей Тануки. Всех секта отсутствующего туалета, там вот это вот все. Здесь сбор и пропуск наверх, на седьмое небо. Наверх? Да. Вот туда вот. Маска, скажи, кто ты? Брат, я так заехал чисто. На свай раскидай там, туда-сюда. А немножечко вкинутый. А то, что судья одноклубник, это нормально? Да, а чё, почему нет? У нас же самая законная акция. Ну, можно написать жалобу в фонд борьбы с коррупцией. Туалет не предусмотрели, душа нет. Почему кончено? Я считаю, организаторы уроды. Очень смешно, мне нравится. Это был Панков. Мы берем интервью у Андрея Стефанеско, пока он не занят. Пока отдыхает. Все нормально. Продлевать будешь? Ну, я за Таню. Отлично. Поставишь на нее почку? Что, стоит мне? Стоит. Ну, я думаю, все-таки нет. Здоровье превыше всего. Не в нашем возрасте. Друг познается в трансплантации. Давай, Андрей, он уже устал. Андрей, он уже задышал. А я свежий, блин. Он стесняется. Окей. Он у меня домашний. Я ему не даю вообще себя лизать. Не даешь Панкову? Да. У меня есть видео, где дает. Дает, Мага снимал. В Инстаграме лежит. Нет, все дает. Такого. Вот Андрей Самков, широко известный в кругу своей семьи. Это реклама премиума. Объективно. И все? Все. Я в стойке не умею бороться и не люблю, поэтому... Либо он запулит гард, либо я запулю гард. Миша. Когда ты вырастешь? Вы прослушали новый хит в исполнении известного альтернативного музыканта Михаила Панкова, известного в районе этой липы. Все, хит закончился. Minimal noise хит. Данила. Здравствуйте. Готов на себя почку поставить? Две почки. На себя? На себя. Да ты смелый парень, Леш. Ну, мы будем стараться. Ты же пришла за молодых поболеть? Я пришла за Даниилу поболеть. Данил молодой? А, сегодня нет. На сколько килограммов? Сорян, ты на***л организатор. На два. Молодые против старых. На кого бы ты поставил, на кого бы положил? Сложный вопрос. Не, ну в принципе молодые красивее, на них, на молодых бы я ставил. Они покрасившие. На стареньких клоников, разумеется, бы клал. Мало кто знает, зачем мы их здесь собрали. Но это возможно, возможно. Если Панков еще 15 минут нас здесь поддержит, то это будет первый турнир по стрит-джиу-джитсу. Тебе каково представлять сегодня стариков-то? Вот с таким вот, с твоим мышлением 15-летнего человека. Ну, я буду чувствовать себя на равных. Бороться-то по-любому все будет с перчатками в маске, это само собой. Тут будут бороться? Тут нет. Вот там вот. Повтори эту историю, пожалуйста, на камеру. Нет, спасибо. Спасибо не надо. Извините, пожалуйста, извините. Никакого уважения к старшему поколению. Мочилова вообще на полную силу.
так и должна быть. Прекрасная идея, Алексей, прекрасная идея. Как они вот врождаются у вас в голове? Я не толстый, я полон идей. Я не шкаф.